Год назад, как гром среди ясного неба, прогремела новость о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Пара только вернулась с романтического отдыха на Мальдивах. И поклонники, затаив дыхание, ждали сообщения о грядущей свадьбе и беременности певицы. Однако вместо счастливой семейной жизни Олю подстерегало болезненное расставание. На днях знаменитая стала гостьей одного из шоу, в котором откровенно рассказала о том тяжелом периоде своей жизни. Ведущая закрылась себе и без конца мониторила социальные сети дам. Но время лечь. Она поняла, что боль окончательно утихла, когда ей стало неинтересно заходить в аккаунты бывших. Певица живет дальше и погрузилась в карьеру с головой. Когда перестаю заходить на страницу к бывшему и полить его, понимая, что все, я жила, выжила, мне все равно, меня не задевает. Реакция должна быть, но я против, когда ее вызывают специально, пояснила теледива. К слову, до сих пор неизвестна причина разрыва Бузовой дамы. Ольга уверяла, что разочаровалась в экс-возлюбленном, что он оказался жестким и даже поднимал на нее руку. Манукян был не столь экспрессивен в своих высказываниях и лишь отметил, что они не сошлись характерами.